Нет, неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим, вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою, неизвестный солдат пал в жестоком бою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат, он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Свет зажгли мы ему под стеною Кремля, а могила ему вся земля, вся земля. Отрывок из романа «Майские ливни», автор Иван Васильевич Абрамов. И не скоро это кончится, сама собой выплыла мысль. Не послали бы меня опять на учебу, если бы скоро конец. И по фронту видно, и по тылу. Планомернее, что ли, сделалась война, грамотнее. А мы все еще первоклашки. Ну да ничего, живы будем, осилим и планомерную. В подъезд вольно вбежал легко, как свой. Поднялся на второй этаж, протянул руку к звонку и замер. Тамара здесь. Войду, а она в прихожей. И скажет: ну и вот, и все. А ты опасался. Кончилась война. И мы теперь навсегда вместе. И так отчетливо увидела, что война в самом деле кончилась. Что они опять вместе с Тамарой. И вообще все вместе. Не здесь. На Заречной. И три могучих березы над причалами. И старая вишня в саду. И кособокий столик под вишней. Отец флегматично попыхивает цигаркой, ходит вокруг челна, только что скинутого зимних подкладок. Мать, благодушно щурясь, несет к столику под вишней большую сковородку с яичницей и говорит, как бы поощряя весну: березки-то вон как дышат, завтра сок пойдет. Наташа учит котенка прыгать через свою скакалку, Петр вытесывает острые колышки для перемета. Тамара! Где же Тамара? Только что стояла на веранде, расчесывала волосы. Совершенно белые волосы. Почему белые? Так ведь была война. У многих теперь белые головы. Но куда же она ушла? Тамара! Нет, даже сам Антон не услышал собственного зова. И очнулся. Посмотрел на белую кнопку звонка, вздохнул. Ничего. Возможно, и это когда-либо сбудется. Воюет народ во имя любви и жизни. Ничего нет плохого, что увиделось такое. Мирное, свое, родное. Ничего тут плохого нет. И Тамары в прихожей нет. Возможно, и не будет никогда. Война. В прихожей стояла тетя Зоя. Держа за концы закинутый на плечи платок, она смотрела в глаза Антону, видно, не решаясь произнести вслух то, что было видно в глазах. И Антон, обняв совсем состарившуюся женщину, сказал, как мог, спокойнее, даже беспечно: «Все хорошо, Зоя Владимировна, все хорошо. All right, как говорят в таких случаях наши союзники. Опять вот начальство учиться приказало, пока бригада на пополнение, да в учебном лагере. Мне вот в академии париться. Надо, а?» «О, Господи!» — выдохнула Зоя Владимировна и добавила гулким шепотом: «Как это трудно ждать вас! Как это трудно!» «Не ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кем не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег».